сейчас. Перезагрузи всю программу. Падла. У меня работает. Ну, короче, попал я. Как ты заглядел? Там всякие кадры морские. Алло, привет, Кыргызстан. А вот Лёня подтянулся. Лёня подтянулся? Да. О. Я не могу остановиться. Ты такой маленький. Не, у меня вообще нихуя не работает. У меня самая лучшая дама. Вы правы. Здесь нам пытаются, короче, впарить вот за такую цену таких вот омаров, собственно говоря. Серега, привет! Привет морозным городам! Я вам все лучи солнца. Лучи солнца и позитива с Новым годом всем. Очень темного солнца, поэтому его не видно. Да, но у нас здесь ночь. Да, пиво, я же нормальный человек. Арнольд Шварценеггер в свое время сказал, молоко это для детей. Вот. Я взрослый человек и, собственно говоря, вот. Так мне наоборот надо больше жрать. Вы мне объясните, вот, пожалуйста, если у нас появляются умные ребята, давайте с вами диалог проведем о том, каким образом здоровый образ жизни может быть, скажем, испорчен вот пивом, например. О, тут какой-то клоун пишет, что я самый дрищ. Чувак, ты прав. Даже я, наверное, дрищей тебя, щенка. Но это потом. Нет, ну, я всего лишь щенком. Вот меня ругают. Меня ругают за то, что я ругаюсь. Живот растет от отсутствия действия. Если вы лежите как идиот на диване, то вам будет очень тяжело. У вас будет живот, у вас будет все. И жопа будет, и все остальное будет. Вот. Ну что, шпак на вилле. Я не могу в четырех стенах сидеть целые сутки. Вот. А каким образом у тебя ушла форма за месяц? Вот. Ой, 20, такие же, как у меня, наверное. 20 килограмм. 20 килограмм за 4 месяца сбросить можно. Это без проблем. Вот. Но придется мало есть очень много и тренироваться по два раза в день. И, собственно говоря, будет тяжело. Детка, это не бородка, это борода. Вот тут спрашивает человек, я в натураху? Нет, я на пиве. Пивом запивал пельмени по вечерам. И нормально, прет масса. Вот. В Таиланде, по-моему, одни русские. Ну, мы на Пхукете сейчас, в Кате. Такое ощущение, что там англичане, немцы и русские. То есть... Китайцы, очень много китайцев. Блин, замечательный вопрос для Таиланда, почему нос красный? Потому что он уже второй раз облазит за все это время. Вот. Вот это вопрос вообще претендующий на Оскар. Ты еврей? А почему я должен быть евреем? Нет, просто интересно вообще, почему возник этот вопрос? О, бальзамы отличные.
Бальзамы здесь лучше. А ты знаком с русским императором? Тем более, я думаю, как бы русский император, имея связи со своими немецкими корнями, я думаю, частенько в австрийских пивоварнях дегустировал, поэтому не надо рассказывать мне басни. Он еще на Шри-Ланке жил очень, немало. И там он, думаю, дегустировал тоже много всякой ерунды. Поэтому... Господи, будет проще. Не нравится людям пиво, пусть не пьют. В чем проблема? Да нет, я рекламирую просто пиво. Этот антизож, зож, пьешь. По России, конечно, ну, скучаю, всегда скучаю, когда я не в России. Вот. Я-то не могу понять. Сега, иди в зад, а? Тихо. А что на вилле делать? Ой, у меня тут эти дурачки подтянулись. Вот. Пишите, пишите, я вас читаю. О, привет, Бурятия. Ну, карту буду получать, когда буду достоин про карты, наверное. Когда подготовлю форму, выступлю. Ну, чуть. Ладно, ребят, на меня сейчас ругаться будут. Пойду я кушать, девушка своей сниматься. Всем бицуху. Всем лучи добра, солнца, позитива, тепла. Грейтесь. Всех.